Какие люди, как? Нормально, ты как? Пойдем. Покрасил. Увидел меня, покраснился. Ну, сбильник у меня перепутал. Ничего, не так, было фондом, тут давно было фондом. Тебе жестко средний? Средний, наверное. Да. Больше, тем больше, лучше сюда, да? Да, будет лучше. Большой палец, как? Ну, большой тоже ты первый. Давай, давай. Вдруг здесь еще будет давить, говорить, видишь, что подрежем. Переворачиваем. Все удобно? Считаю, да. Вроде будет. Нажимай, нормально? Да, да. То работает, то не работает, да. Так ты настройки слышишь. Такой чистый работяга вообще хорош, да. Ну вот они, бля, бойцы с улицы, нахуй. Заряжен? Красавчик. Я просто здесь добавил, чтобы ты мышь принимать, чтобы чуть-чуть. Я уже мыслями в бою. У тебя в твоем углу будет сегодня твой отец, да, правильно? Да, это. Да, у тебя большая ответственность. Да желаю... не то, что большая ответственность, да, наоборот, это большой заряд, я бы сказал. Кейс нормально? Владимир Берсер, Адос, Семен Диас, Тимур Доктор, Север, Строев. Мы все деремся сегодня в эфире с первого боя. Я про вас рассказываю всякие основные штуки красивые, что вы за грандиозные пацаны. Залазьте в ринг. Там вас проверяет судья, ждете, если вы вышли первый соперника. Соперник вышел, вас выводит судья на середину, мини-инструктаж, все, дальше начинается само действие. Здесь нужно показать все, на что вы способны. Правил не нарушаем, внимательно все слушаем реферат.
Я считаю, сегодня на самом деле праздник вообще. Мы сделали просто супер турнир для вас вместе с вами. И пришло максимальное на наш турнир количество народа, чтобы посмотреть. Все будет красиво. Публика пришла полностью заряженная. И сейчас первые пары, которые будут, на вас самая ответственная задача, чтобы с самых первых минут все охуели и поняли вообще, куда они попали. Самое главное, желаю вам успеха и чтобы все прошло без травм. Все, всем спасибо. Мы просто наблюдаем, предупреждаем, кто дернется, всех перемочит. Бросай. Хорошо. Да, что время? Встречайте!
так его помню. Попытался с дальней зайти в локи, но а перед этим он стал шутить. Парни вниз, там повели одного, кто первый бой бился. Его надо будить просто, понимаешь? А он либо от удара будется, либо я его сейчас буду будить. И я не теряю разум, потому что я агрессив становлюсь. Мне нужна эта агрессия, она у меня есть. Просто она прячется, ее надо выпускать наружу. Я отбил, он отбил. Думаешь? Ударил неподготовленной рукой по подготовленной голове. Поздравляю. Один удар. Там у меня глаз заплыл. Я не видел. Ну вот сейчас в каком раунде? Во втором было? Вот после этого удара я не видел правого. Добро пожаловать в топ-дозу. Я бы еще бы выступил через полчаса. Давайте мне стоп 5. Любого.
защищаем 59, а вот. Ты что? 23 шва, блядь! Рекорд нахуй! Рекорд полдога, блядь! Жёстко прям. Чё, как? Поебали? Нормально? Да? Я чисто как думал, у меня уже... Одна сечка же, да? Да, вот это. Я в рамку повешу. Может, разыграть их? Никогда не очкуйте, только работки, только пахариды добиваются всего. Будем развиваться будем еще. Прошли, титул на самом деле. Титул нам, мне. Я заслуживаю. Следующий бой. Что, я пахал как лошадь. Я работал грузчиком, потом бежал в зал на две тренировки подряд, чтобы приехать сюда, в Москву, и показать, что такое уральский гангстер. Думал, ты что, с первого боя залетишь, начнешь себя порубать, так не работает, понимаешь? Ты либо должен быть Бен Конором Макгрегором, либо ты должен походить тернистый клей. Все четко. Человек еще даст жару, нам обещаем. Ну вот он, короче, чем будущий, короче, заберет скоро приз. Либо в 77, либо 84. Да, может, да. И там стоит. Запомните его. Подписывайтесь. Алло. Мама, я выиграл. Мама, победа. Бэм. Победа. Я выиграл. Спасибо, мама, я тебя люблю.